И передавать это церкви, это было бы правильно и было бы справедливо. Александр Григорьевич, ну ваша позиция. Вы даже пока слушали Николая Петровича, как-то все рвались. Да нет, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Дело в том, что, ну, скажем так, существует замечательный у поклонников этой религии, существует замечательный Софринский комбинат, который из изумительной полированной латуни изготавливает любые аксессуары, которые необходимы как для коллективного контакта со сверхъестественными существами, так и вообще для любых оказаний платных магических услуг населению, то есть непосредственно для того, что делает церковь. Зачем вдруг понадобились товарные массы антиквариата? А будем называть вещи своими именами. Причем понятно, что эти товарные массы антиквариата и недвижимости попадают в коммерческую, достаточно криминализованную, очень закрытую структуру, которая на самом деле никакого права не имеет. Вот заговорили о справедливости, но помилуйте. Если мы будем возвращать то, что кому-то принадлежало, то давайте тогда все, что было написано, построено, отчеканено и отлито до 1650 года, отдадим старообрядческой церкви. Потому что православная церковь к этому не имеет никакого отношения. Она произвела захват собственности тогда, в середине 17 века. Она, ну, попутно, естественно, по своей традиции, поубивав, посажав на колы и развешав всех несогласных, они поступили, по сути дела, точно так же, как с ними поступили большевики в 17 году. Хотя, это мало кто об этом знает, но вот такого гонения на церковь, как мы все привыкли говорить, не было. Было что? Я имею в виду при большевиках. Вот есть церковь, да, есть очень много церквей, это часть государства. Угу. И все эти церкви, им нужен керосин, дрова, уголь, оплата притча. В какой-то момент церковь отделяется от государства. И это финансирование, дотирование прекращается. И, естественно, они начинают пустеть и ветшать, потому что попы разбегаются. А вот уже обветшавшие и опустевшие церкви, да, там селились беспризорники, там разводились костры, это было местом всяких криминализованных сходок. И государство ни в чем перед церковью не виновато. Церковь, скажем так, заняла жесткую антигосударственную позицию. К тому же церковь сама научила грабить. Вспомним античный мир, вспомним, что церковь делала с античными храмами, с античными статуями, сколько сожгла книг, сколько перевешала и убила ученых и философов, только за то, что они исповедовали других богов. Церковь научила этому же во времена раскола, поступив со старообрядцами, точно так же, как большевики потом поступили с ней. Причем здесь? Почему мы им что-то должны? Они хотят от нас подарок. Пусть они объяснят, что они хорошего сделали, чтобы получать такие подарки. Так, ну, отец Георгий. Александр Глебович. Ну, давайте, Николай Петрович, потом послушаем отца Георгия. Пожалуйста, Саша, я тебя давно, так сказать, не видел. И очень удивлен тому, что я сейчас вижу, и тому, что ты сейчас говоришь. Как это государство не виновато ни в чем перед церковью. В 17 году и вот в то время Ленин издал декрет, в котором впрямую говорилось о том, что нужно отнять у церкви все ее ценности и уничтожить побольше церковных работников, так, чтобы они надолго это запомнили. Как это не виновато, Саша, дорогой? Абсолютно. И если сейчас ты припоминаешь то, что было при инквизиции. Так это же вы и научили. Инквизиция и православная церковь. Вы научили действовать. Не было у Европы и у России, вы церковь, да, не было на протяжении очень многих веков другого учителя. Не было. Все было отдано вам. У нас в России интеллектуальное развитие было задержано на 7 веков, потому что первый университет у нас открылся в 1724 году, а в Европе эти университеты были еще с 11 века, да? Потому что печатались бесконечные требники, а кто их и четь, мини, прологи и так далее, и так далее. Не было ни музыки, ни театра, ничего. Вы полностью владели всем, да? Вы полностью воспитывали народ. Результатом вашего педагогического эксперимента была Октябрьская революция, массовые убийства, и вас же начали сбрасывать с колоколен. Поэтому говорить о каких-то реальных заслугах или о том, что вообще церковь имеет право на что-то претендовать, по меньшей мере, вздорно. Отец Георгий, ваше мнение, пожалуйста, к тому же Александр Глебович употребил слово «подарок».
Я слушаю Александра Глебовича, вот такое ощущение, что он еще, знаете, прыгает на баррикаде 17-го года. Абсолютно историю России воспринимает люто в рамках своих 600 секунд. Люто. Это просто несчастный человек. Это прежде всего такое вступление. Вот а во-вторых, образец христианской злобы, кстати. Нет, никакой не злобы, никакой не злобы. Это я просто говорю, это злоба. Я говорю о другом, о том, что церкви ничего, каких подарков мы не ждем. Угу. Церковь – это Россия. И надо вернуть то, что было отнято. Не-не-не, подождите. Но давайте, отец Георгий, если вы говорите, церковь – это Россия, мы обсуждаем вещи, здания, давайте я буду так вот светским языком говорить, которые России и принадлежат. Понимаете, никто не хочет их вывести куда-то. Зачем надо менять собственника? Давайте будем говорить сегодня юридическим языком. Ника, наверное, вот мы взяли про иконы, да? Иконы мы сейчас тему ведем. Ну, это издание, не значит, что в музее надо взять икону, которую хранили, реставрировали. Так. Все это хранили, да. Это не значит, что принести в храм. В храме действительно нужна охрана. Да. В храме нет специалистов, которые могли бы на достойном уровне ее сохранять. Угу. Но в церковь это божественный организм. Благодать божественна веками эту икону хранила. И Андрей Рублев писал икону не для музея или Эрмитажа, а и писал ее для людей, для пользования в церкви. Но тогда, извините, отец Георгий, я приведу другой пример. Александр Григорьевич, не болтайте, вас слышно. Да. Отец Георгий, понимаете, давайте, смотрите, Бах и Гендель, они писали, это были люди, служащие в церкви, и они писали все знаменитые мессы Баха, написанные для церкви. Но нам никто сегодня не запрещает. Было бы странно изъять Баха и Генделя из зала филармонии консерватории. Понимаете, вот есть какой-то шаг, который культура, очевидно, естественно совершает. Ника, я здесь вот как, о чем идет речь. Дело в том, что были условия, икона хранилась, молились выдающиеся люди. Разве может Александр Глебович, если он нормально психически здоровый человек, чтобы спокойно рассказать историю государства российского, без церкви, без иконы. Разве можно вспомнить вот 4 ноября у нас праздник Казанской иконы Божией Матери? Это одно. Да. Но икону надо передавать, не забрать ее с музея и повесить на гвоздь в храм. А икону надо, чтобы специалисты постепенно ухаживали за ней, смотрели, чтобы была определенная охрана. А вы будете зарабатывать на этом деньги? Ну, у кого что на уме, тот про то и говорит, между прочим. Это между прочим. Так, я прошу меня извинить. Давайте так сделаем. Здесь еще есть один посыл, который Александр Глебович прозвучал. Мы сейчас сделаем рекламу, я к нему вернусь, потому что он был важен и, может быть, так очень резок. Через несколько минут вернемся, не переключайтесь. Нам надо поговорить уже конкретно, что, кому и когда. И надо ли идти говорить о всех зданиях. Были они собственностью церкви все, да? Там Петропавловская крепость никогда не была собственностью церкви, она была собственностью короны. Возвращаемся в эфир. Программа «Открытая студия». Вот два звонка послушаем. Говорите, мы слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый. Татьяна, Санкт-Петербург. Да. Я совершенно поддерживаю слова Николая Бурляева о том, что церковь, современная церковь, не может, не имеет материальных средств для содержания антикварных вещей, действительно. Но для того, чтобы она не была с криминализованной структурой, по словам Невзорова, церкви нужно вернуть средства производства, то есть землю, какие-то заводы, может так, быть, которые принадлежали церкви до революции. Я поняла вас. Татьяна, я прошу прощения, давайте будем экономить место в эфире. Я просто хочу сказать, что здесь спрашивают вообще про монастырские земли, а еще есть предположение... Что отдать с крестьянами вместе. Монастырские земли. Так, еще один звонок, и будем обсуждать. Говорите, слушаем вас, пожалуйста. Говорите. Ну, вот у меня вопрос такой, значит. Если мы сейчас... Нельзя церкви вообще отдавать ничего. Ничего. Вот они сейчас строят церкви, пусть новые пишут иконы и все остальное. Так. Потому что если мы церкви отдадим, значит, придут Романовы. И потребуют тоже, отдайте нам наше.
А их нет, очень много. Очень глупо. И что же мы должны спрашивать? Ну, простите, уже Леонид Георгиевна... Да. Спасибо, Глена. Леонид Георгиевна уже похоронили в Петропавловском соборе, что, в общем, было уже странно, на самом деле. Уже пора бы закончить хоронить в Петропавловском соборе. Сейчас я дам слово Николаю Петровичу. Я только хотел пояснить. Вот действительно, и Татьяна вспоминает, криминализованные структуры. Ну, как-то сурово для церкви. Да и не сурово для церкви. Нет, это полная ерунда. Сейчас, давайте будем... объяснить, что он имел в виду. Коротко только, пожалуйста. И дело даже не в криминализации. Я в данном случае говорю о том огромном количестве педофильских процессов, который связан со священнослужителями. Я даже Саша, где это у нас ты читал о подобных процессах? Ну, то, что это делается там на Западе, этого полно. Нет, стоп, вот давайте не будем перебивать. Я могу зачитать список, который начинается с хорошо известного екатеринбургского и верхнетуринского епископа Никона. Продолжить митрополитом Александром Латвийским в порно-коллекции, которого было около 3000 изображений различных голых мальчиков и девочек. Я могу продолжить так называемым иеромонахом Амвросием в Москве из Всесвятского храма, который был даже зарезан своим несовершеннолетним любовником. Стоп, дело не в этом. Дело, в конце концов, как развлекаются попы, это их дело. Но мы наблюдаем за тем, что последнее время вот эти все факты, а таких фактов, ну, могу сказать, что Римо-католическая церковь откровенно признала педофилию огромной проблемой и пытается как-то, по крайней мере, расшаркиваться перед обществом. Русская православная церковь эту проблему не просто скрывает, а скрывает архитщательным образом. То есть, вы полагаете, что не надо отдавать здание только за это? Нет, не за это. В конце концов, от них никто ничего другого не ожидал. Но мы видим, до какой степени они умеют уводить в тину, как они умеют тихорить эти процессы. Потому что все эти педофильские процессы со священнослужителями Русской Православной Церкви, а их десятки этих процессов, были раскопаны светскими журналистами. Священники о них молчат, церковная пресса о них молчит. В таком случае, отдавая им вот те самые товарные массы антиквариата, которых они так хотят, правда, непонятно зачем, да? Мы, по сути дела, засунув эту структуру национальное достояние, полностью лишаемся всякого контроля за ней. Подождите, ну а зачем вам контроль? Вот, подождите, смотрите, Светлана Борисовна, может быть, ну и отдать. Да и отдать.